На центральной площади Анапа многонациональная, атмосфера теплая во всех смыслах. Сверху нас радует такой погода, я думаю, что и люди, посмотрите на людей, на детей, здорово, погода просто соответствует нашему прекрасному празднику. Первый заместитель главы курорта Сергей Петров на молодежном этническом фестивале. Осетины, казаки, крымские татары, армяне, греки, студенты филиала Московского педагогического госуниверситета представили казахов. Жизнерадостные, всегда улыбаются, доброжелательные люди, очень отзывчивые. На столе лепешки, чай с молоком, манты и плов. Блюда, которые любят и готовят почти в каждом уголке многонациональной страны. Кулинарный фестиваль не только на радость гостям праздника, но и своеобразный смотр курортного общепита. Сергей Петров отметил выпечку, по его словам, сделанную с душой. Тоже можно сказать и про работы анапских мастеров. Ложка из можжевельника, ручная работа, пахнет смолой, природным антисептиком. У Надежды Георгиевны изделия, выполненные в самых разных техниках. Начала с плетением ковриков, когда работа в детском саду. Такой праздник, если я что-то сделаю, я очень долго любуюсь на это все. Не знаю, откуда это берется, вся фантазия, все это откуда-то из головы, не знаю. В разгар гуляний на театральной площади тысячи жителей и гостей города-курорта. От имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Юрия Федоровича Полякова поздравляю вас с государственным праздником Днем народного единства. Анапа всегда была многонациональным городом, всегда была гостеприимным городом. Я хочу вам пожелать в этот день, чтобы мы чтили традиции предыдущих поколений и также их продвигали вперед. Хочу от имени городского совета сказать всем огромное спасибо за то, что вы пришли на этот праздник. Поблагодарить вас за то, что вы патриоты России, за то, что вы все делаете для того, чтобы Россия наша, Анапа наша процветали, становились богатыми, крепкими. Пока шел праздник, юные казаки выставили посты у русских ворот, оставшихся от турецкой крепости Анапа, а также могилы павших при ее штурме. Среди юношей есть те, кто намерен поступать в военное училище, чтобы защищать независимость единой многонациональной страны. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.